У Дома конгрессов наконец-то отремонтировали фонтан. Долгое время-то он не работал, то как попало работал. Сейчас все сделали с этими струйками, эти там еще многоярусные вот эти цветники. А это Министерство иностранных дел. Вот он, Дом конгрессов. С пирамидками. Вот так вот, он еще с вечерней подсветкой. Сейчас уже 9 час вечера, подсветка не включена, но ее как бы и не видно. Рановато я немного пришел, чтобы показать подсветку. Это часов в 10 надо снимать. Он, в принципе, по-разному играет. Он открыт был лет 20 назад, где-то к 2000 году примерно, или к 800-летию Риги. Ну, вот так вот. И вечером хорошо. День сегодня был жаркий. Но вечер очень приятный. Ну а сейчас я иду мимо художественной академии. Вот она, красавица. Изначально строилась как биржевое училище, самое начало 20 века, неоготика. И тут тоже в кои-то веки обновили тротуар, который уже давно просились на обновление. Вот так вот. Простенько, ну, аккуратненько, ровненько. Сейчас пойду к фонтанам. Ну вот, смотрите, по-простому такие решеточки у деревьев. Велопарковки рижские. Там трое уже. И там... Прыгнул, там, конечно, помял много растений. Там. Сад вот этот вот. Красивый там дворик. У академии, да, очень милый дворик, но туда как бы он за забором, простым людям не зайти, только если забор перелазить. Некоторые хулиганят, бывает, пацанье туда залазят, чужие, а так могут только ученики академии художественной в том дворе гулять. А вот обратите внимание, совершенно новье. Какой интересный велосипед, или это электровелосипед. Сам первый раз такие вижу, только-только у нас появились под аренду. Надо будет узнать, сколько стоит на таких кататься. Интересный. Ну, а рядом на моцике кто-то припарковался. Вот, вот здесь вот все поменяли, эти дорожки. Там еще должны лавочки, скамейки установить. Пока что не поставили. Тут немножко разграничение. Помню, еще здесь совсем недавно советские плиты лежали. В советское время парк Райниса назывался. И Христорождественский собор. Золотые купола. Неовизантийский стиль. Так вот, фонари, кстати, обновили уже давно. Ну, а вот я у фонтана, исторического фонтана. Что интересно, здесь цветы не посажены вокруг того, этого, а вокруг того высажены цветочные композиции. Еще некая выставка из жизни латышей прошлых лет. Многоуровневый скворечник, птичник такой, пародия на человечники, эти многоэтажные дома. Вот он, Христорождественский поближе. Ну и эту вот плитку не меняли, смотрите, какая она здесь историческая, старая-старая, побитая. Ну, кстати, здесь сохранились лавки исторические. Раньше они даже скамейками были со спинками, потом что-то их ремонтировали, спинки убрали. А после тут ремонта вообще их что-то убрали, поставили такие современные скамейки. Это какая-то промашка, честно говоря.
где можно, нужно было сохранять вот эти исторические, причем делать их со спинками, как надо. Вот, вот, вот. Ну, тут тоже поменяют, будет, наверное, везде одинаковая плитка, как и вон там. Ну и старейший фонтан рижских парков, что в Верманском саду. 1869 год изначально он тут появился, тоже сейчас на капитальном ремонте, там его полностью восстанавливают со всеми деталями. Видите, уже его почти сделали, почти готов, скоро будет открыть. Какая-то туса, люди отдыхают на газоне. Концерт на летней эстраде. На этом наша маленькая летняя прогулка заканчивается. Кому интересны всевозможные экскурсии по городу, записывайтесь, составим маршрут по вашему пожеланию. Хорошего вам остатка лета, с наилучшими пожеланиями, ваш гид Андрей.